Всем привет! Сегодня теплый денек, и мы опять путешествуем. Приехали под Славгородом, есть памятник в честь победы под деревней Лесной. Битва со шведами здесь происходила в 1708 году. Поедем, посмотрим и снимем. Путешествуйте вместе с нами с каналом «Моя Беларусь». Вот здесь сделали такую зону отдыхов на въезде в Лесную. Чериковский лесхоз оборудовал. Есть вот даже домик такой на дереве для детей. Беседка. Лавочки. Все красиво обустроено. Можно приезжать отдыхать. Леснянское лесничество предупреждает нас любить свою родину и беречь свою родную природу. Здесь такие стоят плакаты, схема туристических объектов в Лесной. Здесь есть памятник в честь победы русских войск в битве под Лесной, мемориальная каплица, в библиотеке есть музей и крыничка. Здесь рассказывается о ходе битвы под Лесной. И так далее. Поедем, посмотрим. Информационно-туристическая карта объекта Лесной. Маршрут от пропоя к Славгороду. И вот такой памятный знак стоит, что это 1708 году. Вот так впереди дорога в деревню Лесная. Вот мы продвигаемся по дороге. И впереди видим храм, построенный 1912 году. Вначале на этом месте была деревянная церковь, а уже в последующие годы ее перестроили и сделали в 1912 уже каменную. Кирпичную. Кирпичную. В честь святого Петра и Павла, апостола, кстати, она освящена. Деревня Лесная. Название ее образовано от речушки Леснянка, которая здесь протекает. Встречает такой красивый крест. Домики такие. Ну вот мы подошли к храму Петра и Павла в деревне Лесной. Это памятник архитектуры нашей Белоруссии. Заложена она была еще в царские годы. В честь павших 1100 русских войск на этом поле, которые сражались в битве со шведами. Шведы имели потери в количестве 8000 солдат, а войска Петра I одержали победу. Церковь окружает кругом такое вот поле. Если вот обойти со стороны, со всех сторон, мы сейчас подойдем к братской могиле. Она в виде памятника. Орел. Сделан. Который стоит вот. Там даже тоже какие-то туристы приехали. Орел стоит на поверженном шведском знамени. В бронзе он сделан. Вот, обошли мы часовню со всех сторон. Вот там еще маленькая часовня сделана.
Памятник открыт этот был в 1912 году. На пожертвование людей. Вот мы подошли поближе, рассмотрим орла на поверженном знамени шведском. В память сражения при Лесной, матери Полтавской, победы в 1708 году. Открыт он 28 сентября 1708 года. Очень тепло. Давайте посмотрим, что вот это у них снимем. Это хирургический. Пройдем, посмотрим. Вот так вот. Битва здесь продолжалась у Лесной около 5 часов. И шведские войска бросили свою провизию и все патроны здесь. И отошли к городу Пропоиску. Так Роншеслав Городный назывался. Амбулатория это, да. Вот, айболит стоит. Амбулатории, да. Айболит. Становись доктором Айболитом. Тут парк. Липа очень ликовая такая липа. Пойдемте почитаем, что там на камне находится. Написано. Подходим ближе к какому-то памятному знаку. А, здесь посажен сад мира и согласия молодежи Белоруссии, Российской Федерации и Украины. Об знаменовании 300-летия сражения при Лесной 5 октября 2008 года. Сад красивый, такие клены, липы, цветики, цветы. Сельский дом культуры и в нем дом ремесел. Можно зайти, но сегодня тут закрыто. Бабе! Идем дальше. Гуляем по деревне Лесной под Славгородом. Дальше мы будем двигаться в сам город Славгород. Посмотрим голубую крыницу. Путешествуйте вместе с нами. Полотится от ветра. Вот здесь вот местная детская площадка. Горки, качели и деревянные фигурки. Спортивная площадка. Медвежонок такой стоит. Ну, липы здесь красивые. Можно даже набрать липового цвета к чаю. Вот, еще один орел здесь, да? Это что? Музей. Музей, кстати. Орел такой стоит. Пошлите дальше. Портреты Петра Первого, князя Голицына и Меньшикова. Можно фоточку еще поглядывать. О, сражение солдаты. При Лесной. Дырочки покажи, там солдаты. Туда прошли. Можно посмотреть. Здесь вот что-то проводится в музее в этом. Инсталляция сражения, да. Реконструкция. Вот Петр Первый ведет свои войска против шведов. Вот они все войска. Красивый здесь музей. Но сегодня здесь закрыто. Наверное, только работает по выходным дням. Сделан такой деревянный замок. И написано, что экспозиция создана в рамках местной инициативы «Музей под открытым небом» проекта содействия развитию на местном уровне Республики Беларусь. Финансируемый даже Европейским Союзом. И реализуемого программы развития ООН. Вот так.
Давайте заглянем туда. О, солдаты шведские и наши. И церквушка деревянная. Да, интересно. Ульяновская библиотека-музей приглашает всех. Увлекательную экскурсию «Лесное место воинской славы». Изюминный экскурс является анимационная программа по следам Северной войны, в которой каждый желающий может принять участие. Лесное – это место воинской славы. Во время Северной войны 1700-1721 год русские войска под командованием Петра I в деревне Лесная одержали победу над шведским корпусом генерала Левенгаупта и сорвали план похода шведского короля Карла XII на Москву. Битва закончилась великолепной победой русской армии. Победу при Лесной Петр I назвал матерью Полтавской баталии. В честь знаменитой битвы в Леснянской библиотеке-музее создан экспозиционный зал, где есть возможность вновь увидеть некоторые экспонаты, посвященные этим событиям. И стенд, написанный объекты туристического маршрута «Битва у деревни Лесной», спортивная площадка, зона отдыха. Здесь даже есть озеро, Свято-Петропавловский храм, музей под открытым небом и Орел, памятник в честь победы русских войск над шведами. Около Белпочты такой прикольный охотник сидит с собакой. И наш охотник со слиной присел, да? Аккуратненько. Лина! Ай, хорошая собака. Здесь есть такие ворота, но они почему-то закрыты. Вот здесь такие постройки, типа часовенки какой-то. Но здесь, наверное, никто не ходит. Покидаем Лесную и будем дальше двигаться в Славгород. Славный город. Вот такая дорога ведет на Славгород. А от Лесной до Славгорода сколько километров приблизительно? 10. Километров 10. Нам еще ехать.